верьте, аль не верьте, а жил на белом свете, не на небе, на земле, в нашем видновском селе Федоров молодой, озорной да шухерной. В службе тоже был не лох. Не сказать, что царь, аль бог, не аташе, не гонщик, а так, телевизионщик. Работал он исправно, времена им тогда ж славно. И посыпались награды. Похвалить героя ж надо. Сосчитать их не берусь. До утра не разгребусь. Увлечение его и театр, и кино. Играет актером, снимает режиссером. Как талантливый артист получил однажды приз. Неинтересны ему иноземки, ни польки, ни немки, ни венский бал, ни Первый канал. Верен как родной жене, только видному ТВ. Самый видный и завидный Олег Федоров для вас сочинил этот рассказ.